сейчас ездили на соревнования «Сибирский спиннинг», вот, поучаствовали в соревнованиях, заняли достойное место, пятое. Вот, в первый день были на втором месте. Вот, в день тренировок, как обычно, неплохо ловили, были прям неплохие экземпляры. Не знаю, сейчас буду монтировать видео. Посмотрим, что получится с этого. Всем привет, я снова в деле. Кстати, у нас в лодке новое оборудование. Паноптикс установлен с ротатором. Вот, голова Гармин, двенашка. Так что в этом году будут рыбалки на пелагическую рыбу. Что, друзья, мы поехали на сибирский спиннинг. Время почти 5 утра. Сашка, сегодня у нас соревнования, сибирский спиннинг. Будем выступать. Короче, все будет видео. Мы полетели. О, хорошо. Ветра нет. Возможно, и не будет. Не будет хорошо, будет, значит будет. Нет, сейчас будет разгоняться. Такая туса. Да, наверное, камыши сейчас. Это, давай тормозок возьмем. Заварим. Понятно, чего мы торопились, чего мы торопились. Да, сейчас не будем никуда приходить. Кто валит? Куда? Даса. Куда кто? Блять, тучи меня вот эти беспокоят. Они проходят. Это подзайти, ну его. Алексис блогер, мы тоже камеру взяли. Да? Александр, как вы? Отлично. Отлично. Потому что мы подумали блогеры, просто. Одни блогеры. Чтобы минимизировать разговор о том, почему мы будем первыми в очередной раз, или там вторыми хотя бы, мы решили все снять на видео. Эпатажная будет видеосъемка. Либо голову из жопы, либо сюда плюс. Пару точек есть. Понятно, про вас вчера нихуя не слышно было, блядь. Иди в 8 вечера спать. Да, у меня что-то вообще вчера хреново было. Это, ну, у меня когда... Давление? Ну, когда тучи давят. Я все, короче, я просто такой в лодке лег, говорю, Саня, рыбачь. Это когда прибыл. Йо, все, кому ты главный судья? Я главный. Я просто. Привет, Сань, пойдем. Лех, привет. Привет, привет. Привет. А ты нормально рыбачишь? Ты с берега поймал окуня, да? Да. Молодец. А мы за 3 дня ни одного окуня здесь не поймали. О, фа. Я здесь лучше с берега поймал. Доброе. Че, где лодка затонувшая? А, затонувшая? Нужна все-таки? На алюминий сейчас вытащим. С
из баркасов 10 собрать вокруг, да? Из каждого баркаса лебедочки. Когда я такой сказал? Я сказал, по-серьезки участвовать не буду. Нормально, отдыхаем, рыбачим. А мы вас спалили, где вы рыбу ловите. О, спасибо. Кто спалил? Че, ты выпей, выпей. Ты мне налил? Так, судьи, смотрите, алкоголь человек употребляет. И прикинь, я твою габу курить даже начал. Габа это что? Это коряга? Чай. Понял, короче, это. Хочу кальян замутить. Прихожу, ну а у меня на донышке вот так табака осталось. Я же знаю, что из чайного листа делал. Я, короче, его завариваю, чик-чик порезал, смешал. Во! Ништяк, да? Только это, я, короче, часов в 11 покурил до 3 ночи. Тыс. Как бы не шторит, ничего, просто не спишь. Так, это у нас главные организаторы. Всем привет. Антон, Александр. А в каком году начались соревнования? Прошли первые соревнования? В 21 году, получается, первый турнир мы провели здесь по сибирскому спиннингу. Он состоял из двух этапов. Первый этап был на Боровом. А второй был у нас на пристань почте. Тут получается 3 года. 3 года уже, да. Соревнования все проводим на оптовом водохранилище. И как на сегодняшний день можно посмотреть, сегодня люди на самом деле только заинтересованы не рекой, а ОВХ. Людей все больше и больше, каждый год становится. Сколько человек участвовало в первых соревнованиях? В первых соревнованиях, по-моему, там что-то 18 команд было. На следующий год 29-30. В том году был абсолютный рекорд по регистрации, но на старт вышли 38. В этом году все 38 команд зарегистрированы и 38 команд выйдут на старт. А команды, экипажи участвуют каждый год? Одни и те же или... В среднем у нас получается, грубо говоря, что Остяк, который начался, то есть это там 10-15 команд, они вообще регулярно участвуют, к ним еще столько же добавилось, и новых экипажей ежегодно добавляется там, ну, 10-15% примерно, то есть там 3-4-5 экипажей новых. Какой призовой фонд в этом году? В этом году вообще классно. Нам удалось поработать плотно со спонсорами, там, с партнерами турнира. У нас получился призовой фонд только от спонсоров турнира. Более 400 тысяч рублей, плюс денежные призы от взносов, там еще в районе 150, почти 500-550 тысяч рублей призовой фонд. И самое главное, что надо отметить, вот соревнования «Сибирский спиннинг» одни единственные в Новосибирской области, где денежное удовольствие только мы выплачиваем за призовые места. Первое, второе, третье место. Но это участники только узнают в конце. Да, мы никогда не объявляем, это становится сюрпризом, когда человек получает кучу-кучу подарков, призов, сувениров, или еще только конвертик, приятный бонус там. Короче, видим, мне нравится. Мы никогда как бы, да, не говорим, что сколько у нас там призов, сколько там за какое место и так далее. То есть это, мы считаем, это не самое главное здесь. Главное — статус. Что и хотели бы пожелать Горлу участникам? Пожелаю вот удачи. Мечта это была сделать лично. Вот он идет. Антон, привет. А всем остальным честной борьбы, успехов. Чтобы все получилось, что задумано. Стремление к победе, оно бесценно. Мы сами участники многих-многих мероприятий. Знаем, что такое труд, как тяжело достается. Просто так ничего не бывает. Пусть победит сильнейший. Спасибо. Я хотел добавить, здесь на сегодняшний день с каждым годом сложнее и сложнее участникам. Конкуренция создает у каждого экипажа больше мотор, длиннее лодка, опыт за плечами нереальнейший. Сегодня и завтра будет больше, сумасшедшая будет борьба за первое, второе, третье место. Безумие. На самом деле, ребятам, кто на сегодняшний день у нас участвует в нашем турнире, это упорство и терпение, не более. Спасибо, ребят, что организовываете такой большой праздник. Приезжайте. Удачи вам, успехов, чтобы желание не пропадало, продолжать в этом же духе, делать, развиваться, идти вперед. Привет.
Тут вот такой уже сабантучик собрался. 38 экипажей, 76 человек участвовать будет. И все во что-то верят. И все во что-то верят, согласен. Рыбанутые готовятся. Че, тянуть? Бля. Ты что вытянул? Да можно другой. 35-й. Ну ничего, завтра зато пойдете из первых. Оно же. Ау. Регистрация. Саша, подзак. Давай, 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 давай. Быстрее, 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 вниз. Да, давай, все, иди. Давай, давай, давай. Я отпущу его, пока ты не возьмешь. Главное что? Что? Поймать первую рыбу. И желательно не с первого заброса, чтобы она была. Фу. Сашка, да, Петюшка? Ну, сказал Свет. Свет, да? Саш, ты молодец. Саш, ты молодец. Там один, короче, пошел за ним, понял? А этот вылег. А, встал круг, вот этот покрупнее, помельче. Этот пошел, короче, и я специально провалил, понял, не к этому. И этот такой чешик. Но он долго провожал, метров, наверное, 7-8. Короче, шел, потом... Удар. Глубоко стоял, он метра три, наверное, от поверхности стоял. Я думаю, не надо будет его колоть. Ух ты, блин. Саш. Да, вот так вот это я сказал. Ложка.
Ложки, ложки нет. Я заслужил поссать. Можно я поссу, Саш? Три рыбы уже есть. Фу. Что? У нас три судака. Поймали четыре, один чуть поменьше был, улучшились. Едем на взвешивание. Не знаю, рыба, короче, прижатая ко дну. Ну, не прижатая, а вообще в толще мало рыбы. В основном где-то полтора от одна. И вся на глубине. Вон, два дня назад тут совсем все по-другому было. Так что, едем посмотрим, как другие экипажи отловились. Что, приехали на взвешивание. Такая банда. Кто не выходит, все ждут начала взвешивания. Тридцать восемь экипажей. Замучили рыбу. Замучили рыбу. Ну пошли, 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 а то сейчас вас... Друг команда Вишенград, 692 грамма. Смотри, к ногам ко мне. Лема выжил. Слав. Красиво. Рыбаки Сибири, общий вес 3 килограмма 970 грамм. Пошел, смотри. Мы вчера стартовали. Что, друзья, мы вчера стартовали последними, так как у нас 35 номер. Сегодня в обратном порядке стартуем первые. Все команды наготове. Вот. Погодка сегодня будет жаркая. До 35.
посмотрим, что нам даст сегодня сегодняшний день. По итогу мы вчерашнего дня мы на второе место. У нас пока что самый крупный судак. И у нас вообще самая крупная рыба во вчерашнем туре. Так. Да, из которой на свалик. Отчетный судак. Где там? Ну что, друзья, вот и подошли к концу соревнования. У нас почетное 5-е место. Вот. Маленько во второй день не получилось осуществить задуманное. Ну, рыбалка — такое дело. Сегодня есть, завтра нет. Я считаю, мы классно отрыбачили. Классно посоревновались. Ребята все хорошие, хорошая компания. Короче, все круто было.